Привет, ребята. Это исследователь. Небольшой обзор еды. Это закуска из баклажанов с печеным перчиком. Ресторация Обломов. Это дорогие консервы. В основном их, наверное, никто нифига не ест, потому что банка там 120, 130, 140 рублей за 400-граммовое. Естественно, очень мало кто это покупает. Ну, наверное, чиновники, какие-нибудь полиции там. Здесь как бы я их ругать не буду, похвалю. Хорошие консервы. Единственное, что мне что-то показалось, уксуса многовато, или в этой закуски так и должно быть, наверное. А то только что уксус был в кетчупе, и тут. Вот особенность в том, что, как видите, большие куски, никаких левых добавок нету. Вот. Хорошие консервы, но, конечно, совершенно недоступно. Я купил, как обычно, там была скидка дешевле на 50%. Ну, думаю, больше особо пробовать и не буду их. Так, на один раз эту баночку съесть 150 рублей стоит. На этом все. Пока, ребята.